Эльфийские игры. Бен, ты где? О, здравствуй, Бен. Можно поиграть с тобой? Я не играю, я тренируюсь. А с виду это обычная игра. Но это не так. Я готовлюсь к эльфийским играм. Как интересно. Скажи, а можно мне поиграть с вами? Эльфийские игры – это не игра. Это очень серьезно. Так, нужно поупражняться в силе. Этот желудь очень тяжелый. Ой, и я так могу. Абракадабра. Проще простого. Ты используешь магию. А на эльфийских играх магия строго запрещена. А что вы там делаете? Ну, мы там прыгаем. Опля! О, я тоже так умею. Опля! Летать там тоже запрещается. Эти игры не для фей, а только для настоящих эльфов. Так нечестно. Вообще-то феи тоже много чего умеют без летания и магии. Например... Я умею танцевать, как балерина. Хорошо, но в программе эльфийских игр нет танцев. Танцы – это не единственное, что я умею. Вот, я хорошая гимнастка. И я прекрасно умею быть красивой. На наших играх нет ни танцев, ни гимнастики, ни конкурса красоты. Это почему же? Мы эльфы. Мы серьезный народ. Только бег, прыжки и... Принцесса Холли, пора заниматься. О, привет, няня Плам. Бен участвует в эльфийских играх. Давай и мы пойдем. Принцесса Холли, тебе будет очень скучно смотреть, как потные эльфы бегают кругами. Мы не только бегаем, мы прыгаем и поднимаем тяжести. Вот, я выиграл этот приз за прыжок в высоту в прошлом году. Надо же! Если ты так хочешь приз, получай. Абракази, абракозубок! Принцессе Холли ценный кубок. Ура! Я выиграла приз! Ура! Поймите, призы нельзя раздавать просто так. За них надо бороться. А я, по-твоему, что делала? Я научилась хорошо ворожить только после долгих тренировок. Что ж, а мне пора тренироваться в беге и прыжках. До свидания. Удачи тебе, Бен. Пока, Холли. До скорой встречи. Добро пожаловать на эльфийские игры. Не забывайте эльфийские правила. Нельзя хитрить и еще нельзя. Прошу прощения, пропустите принцессу Холли. Продолжай, старый мудрый эльф. Добрый день, миссис Плам. Здравствуйте. Довожу до сведения присутствующих фей, что во время игр... Строго запрещается летать и уж тем более использовать магию. Боже мой, я была права. Здесь и впрямь будет очень скучно. Наше первое состязание – это бег. Смотри, там Бен. Все на старт. Внимание. Марш. Меня. Вперед, давай! Ну же, скорее! Сейчас мы это исправим. Позвольте-ка. Спасибо. Попробуй так, принцесса Холли. Бен! Бен! Что? Давай, Бен! Беги, Бен! У меня очень чувствительные уши. Проснитесь, старый мудрый эльф! Бен последний. О, боже. Эльфы очень расстраиваются, когда проигрывают. Зачем ты это сделала, Холли? Я хотела, чтобы ты победил. Я бежал первым. Из-за твоих криков я проиграл. Теперь я последний. Прости, Бен. Не переживай.
Ты еще покажешь себя в другом состязании. Прошу всех участников подготовиться к следующему виду. Прыжки в высоту. Ты очень хорошо прыгаешь, Бен. Ты точно победишь. Надеюсь, что так. Я тоже надеюсь. Ворчливый эльф – это ужасно. Первый участник состязания – Лиззи Эльф. Встречайте, прошлогодний чемпион по прыжкам Бен Эльф. Удачи, Бен. Да, ты справишься. Опля! Фу, я думал, он не справится. Еще один прекрасный прыжок. Так, наш последний участник Барнаби Эльф. Не повезло, Барнаби. Осталось всего два претендента на этот трофей. Надеюсь, Бен не собьет перекладину. Если ее не поднимут выше, все будет в порядке. О, боже. Лиззи Эльф. А сейчас Бен Эльф. Если он проиграет, то очень сильно огорчится. Не бойся, Холли. Мы окажем ему волшебную помощь. Нет, няня, магия на играх не разрешена. Спокойно. Никто не заметит. Ты уверена, что никто не заметит? Поверь мне. Вот видишь? Я же сказала, этого никто не заметит. Кто-то воспользовался магией. Он знает. Допустим, но он не знает, что это я. Миссис Плам? Привет. Отдайте мне палочку, пожалуйста. И Бен Эльф, ты дисквалифицирован за надувательство. Простите, но так нечестно. В правилах четко сказано. Магия не разрешается на эльфийских играх. Но Бен ни в чем не виноват. Это моя идея. Прости, Бен. Мы боялись, что ты не победишь. Я мог выиграть забег и прыжки в высоту, а теперь я не выиграю ничего. Объединитесь в пары для последнего состязания. Гонки с тележками. О, боже, у Бена нет напарника. Можно я буду твоей парой, Бен? Обещаю не пользоваться магией и не летать. Нет, ты и так уже все испортила. Пожалуйста, я знаю, у меня получится. А что значит гонки с тележками? Смотри, вот как это делается. Видишь? Я очень хорошо хожу на руках. Это прям как гимнастика. Ну ладно, уговорила. Ну, надо же! Фея! Ну что ж, правила не запрещают феям участвовать. Все на старт! Внимание! Марш! Боже мой! Победителями стали Бен Эльф и фея-принцесса Холли. Спасибо, Холли. Нет проблем, Бен. Кто бы мог подумать, что фея выиграет эту гонку. А еще я умею так. Фантастика. Что это было? Танцы, гимнастика и... конечно, конкурс красоты. Хорошо. На следующих эльфийских играх будут танцы и гимнастика. А как же показ красоты? Да, и показ красоты. Ура! Пусть принцесса Холли научит нас это делать. С удовольствием. Эльфы-спасатели!
может быть лучше ветространствий, да, няня Плам? Нет, что может быть скучнее? Ха-ха-ха, моя сладкая вишенка! Люблю, когда говорят от сердца. Я не люблю корабли, они тонут. Только не мой корабль, он не потопляет. Ой. Что случилось? Мы врезались в скалу. Корабль тонет. Без паники, няня Плам. Я знаю, кто нам поможет. Кому он звонит? Он звонит эльфам-спасателям. Спасателям? Спасатели? Алло, это пират Рыжая Борода. Мой корабль тонет. Вижу, Рыжебород. Держитесь. Итак, спасатели, вперед! Вызываю всех к озеру! У нас на озере тонет корабль! Ракета, прием! Вас понял! Самолет, вас поняла! Вертолет, вас понял! Субмарина, вас поняла! Спасатели, вперед! Держитесь! Сейчас мы вас оттуда вытащим! Мистер Эльф, спустить клешню! Спускаю клешню! Держитесь, я вас поднимаю! Ура! Да, это чудесно! Желаете чашку чая? Спасибо! Печенье? О, с имбирем! Обожаю! Благодарю вас! Да браво, не стоит, няня Плам! Это же работа настоящих спасателей! Спасибо спасателям! Не за что! Если нужна помощь, звоните. Что ж, пожалуй, примусь за ремонт. Ну а мы пойдем домой. Ох, идти так тяжело. Давайте полетим. А это еще тяжелее. Осталось совсем чуть-чуть. Будь у меня печенье, мне бы было легче. Позвоним спасателям. Но, няня, у них есть дела поважнее, чем подвозить нас до дома. Чепуха. Старый эльф сказал, если нужна помощь, звоните. Спасатели! Алло, это няня Плам. Мы тут застряли. Что? Застряли? Держитесь, скоро будем. Спасатели, вперед! Что там у вас произошло? Я так устала. Вы нас подвезете? Что? Няня Плам, спасатели спасают только тех, кто попал в настоящую беду. Вам бы все болтать, вы подвезете нас или нет? Вот это я понимаю. Чай, печенье, чудный вид. Пап, можно мне вести самолет? Нет, Бен, ты еще слишком мал. Ну так нечестно! Всегда все лучшее взрослым! Мы тоже хотим спасать! Вам придется подождать, пока вы подрастете. Спасибо, спасатели! Больше нас не тревожьте! Мило! Старый мудрый эльф прав, няня Плам. Няня, спасатели спасают тех, кто в беде. О, ну и ладно. Ух ты! Вас спасли эльфы-спасатели! Я бы тоже хотела спасать. И мы! А вот взрослые нам не разрешают. Спасатели! О,
Слава богу! Нам очень нужна ваша помощь! Что случилось? У нас в ежевике застряла огромная корова! Мы уже выезжаем! Всем внимание! Корова в ежевике! Вас поняли! Спустить крота! Спускаю крота! Выпустить крота! Выпускай! Вот так! Крот выкопает ежевику! Не волнуйтесь, миссис корова! Сейчас мы вас оттуда вытащим! Там летит он. Спасатели! Эй, мне нужна помощь! Няня Плам! Я же сказал, мы спасаем тех, кто в настоящей беде. Туда я и попала, в беду. Вы в беде? Что, сели в лужу? Да, в глубокую. Мистер Эльф, поскорее заканчивайте с коровой. Я займусь няней Плам. Понял вас. Не могу поверить, что села в лужу. Что за день? Ничего, сюда вот-вот прибудут спасатели, и я поеду домой с чаем и печеньями. Так вы сели в лужу? Ну, конечно же. А как вы думали? Ну, так выколдуйте себя из нее. Нет. Палочка-то вон где. Это ясно. А где спасатели? Печенье еще осталось? Чтобы вытащить вас из лужи, ракета ни к чему, няня Плам. Но ведь эта лужа очень глубокая. Да, да, да. Я вас вытащу. Как тут глубоко. Вот, вот. Не беда. Сейчас нам помогут. Алло, вы позвонили в эльфийскую службу спасения. Сейчас мы заняты, перезвоните позже. Они едут? Нет. Так что же нам делать? Кричать громче. Эй! Эй! Вы слышите? Кто-то зовет на помощь. На помощь! Их нужно спасти. И мы их спасем! Мы ведь дети спасателей! Ура! Спасатели, ну-ка, вперед! Вперед, вперед, вперед! Бен, Холли! Мы дети спасатели! Как же нам повезло! Вы застряли? Да! Ну же, вперед, Катон! Эй, няня, я обмотаю вокруг вас веревку! Няня, держитесь! Держусь! Эй, а как же я? О, нет! Мы не успеваем вытащить обоих! Я знаю! Мы выколдуем его из лужи! О, да! Ты умница, Холли! Нет, нет, нет! Без волшебства! Спасайте меня! По-честному! Но это честно! Все волшебство – обман! Прошу, разрешите! Не то мы не сможем вас вытащить! Без волшебства! Пожалуйста! Нет, 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 нет! Ну, ладно! Ура! Ура! Молодцы, спасатели! Привет! Вызывали? Произошло, рассказывайте. Ничего, возвращайтесь. Мудрый эльф, вам не следует беспокоить спасателей без весомой причины. Но как это без причины? Дети-спасатели спасли нас из беды. О, ну раз так, я согласен подбросить всех до дома. Вперед! Отлично, печенье. Ох, вот это я понимаю. Имбирное печенье осталось? Да, ваше любимое имбирное печенье. Вперед, вперед, вперед! Няня Плам и старый мудрый эльф меняются местами. Кексы готовы. Кто хочет кексов? О, можно мне?
вам, старый мудрый эльф? Я бы не отказался. А, мои уши шевелятся. Значит, здесь замешано волшебство. Я испекла их с помощью волшебства. Почему ты не можешь испечь их по-нормальному? Например, с помощью духовки. У меня нет времени на все эти духовки. У меня куча другой работы. Какой работы? Я работаю больше, чем ты. А вот и нет. Я работаю больше, чем ты. Да я могу сделать твою работу без труда. Я могу сделать твою работу запросто. Может, вам поменяться работами? Тогда вы узнаете, кто больше работает. Хорошая идея. О-хо-хо. Очень смешно, ваше величество. Я не шучу. Как ваш король, я приказываю вам поменяться работами на один день. Старый мудрый эльф будет няней. А няня старым мудрым эльфом. Но... Без «но». Это приказ короля. Ну, хорошо. Тебе лучше взять мою шляпу. А тебе мой передник. А мне лучше предупредить эльфов, что их ожидает. Внимание, все эльфы! Только сегодня кое-кто другой будет старым мудрым эльфом. И кто же? Я! Няня Плам! Не волнуйтесь, она не будет колдовать. Она должна делать все, как эльфы. Я старый мудрый эльф. От волшебства только одни беды. Ну, мне пора. Я буду няней Плам целый день. Пока. Надо было забрать у нее палочку. Не переживай, няня сказала, что не будет колдовать. Я узнаю, если она будет. Мои уши начнут шевелиться. Так, чем занимается старый мудрый эльф целый день? У него много дел. Он начинает с фабрики игрушек. Всем привет, я старый мудрый эльф. Не волнуйся, это всего лишь на день. А, понятно. Ну, старый мудрый эльф, сломалась клеевая машина. Можешь починить ее? Без проблем. Немного волшебства. Мои уши шевелятся. Это няня Плам колдует. Алло? Никакого волшебства. Ладно, ладно, зачем так орать? Няня, ты сегодня старый мудрый эльф, не забыла? О, да. Как бы он починил клеевую машину? Он бы просто пнул ее. Ладно. Упаковочная машина сломалась. Мне ее тоже пнуть? Да, конечно, старый мудрый эльф. Покрасочная машина не работает. О, у меня уже нога болит. О, старый мудрый эльф! Сегодня я, няня Плам, ваше величество. У вас есть список дел, няни? Список дел? Первый раз слышу. Наша няня не любит списки. Начни со стирки моих носков. Хорошо, пойдем вниз, в прачечную. О, эти ступени идут наверх. Но секунду назад они шли вниз. Да, волшебство! Лестницы постоянно меняются. Когда комнатам скучно, они перемещаются. Однажды туалет был на крыше. Да, было весело. Но как мне попасть вниз, на кухню? Попросить ступеньки идти вниз. Ступени, идите вниз. Нужно сказать волшебное слово. Какое волшебное слово? Абракадабра? Нет, пожалуйста. А, пожалуйста, идите вниз. Спасибо. Так, теперь положим грязную одежду в стиральную машину. Как она включается? Это волшебная стиральная машина. Нужно поговорить с ней. Ладно, стиральная машина, стирай одежду. А волшебное слово? А, пожалуйста. Нет, абракадабра. Абракадабра. Боже, это труднее, чем я себе представлял. Так, Бен, что еще делает старый мудрый эльф? Дальше в списке школа эльфов. Доброе утро, дети. А где старый мудрый эльф? Сегодня я старый мудрый эльф. От волшебства только одни беды. Итак, что было задано на сегодня? Мы строим робота. Спросите его что угодно. Ладно, где я? Вы находитесь на Луне.
Это же неверно. Может спросить погромче? Ладно. Робот, где я? Вы находитесь на дне океана. Как бы старый мудрый эльф починил это? Он бы разобрал ядро с биосом, элементарные частицы, бозон Хиггса, кварк, а затем изменил... Даже если бы я понимала, о чем ты говоришь, разве бы я это сделала? Нет. Ладно, время волшебства. Ди-ди-да, дам-ди. А, мои уши шевелятся. Так, робот, где я? Мы прямо здесь. Точнее и не скажешь. Алло? Няня? Я знаю, твои уши шевелятся. А это значит, что ты снова колдуешь. Прекрати, прекрати сейчас же. Я не люблю волшебство. Я не люблю волшебство. Так, Холли, что там у нас дальше? Школа волшебства. Здравствуйте, дети! Сегодня я буду няней Плам. Здравствуйте, няня Плам! Наш сегодняшний урок. От волшебства только одни беды. Никогда не колдуйте. Ни в коем случае. Конец. Это все? Да. А теперь я, пожалуй, вздремну. Так, это спальня няни Плам. Тут одни цветочки, зайчики и игрушки. Это так мило! Ну, я попробую поспать. А, тут так мягко! Это не кровать, это гигантский пудинг. Что дальше? Старый мудрый эльф ложится подремать. Так вот, как выглядит его спальня. Как комната может быть такой скучной? А, это же не кровать, а просто доска. Старый мудрый эльф, пройдите в штаб спасателей. О, что теперь? Сидеть здесь и ждать, когда зазвонит красный телефон. Если телефон зазвонит, нужно отправить отряд эльфов и спасти людей от опасности. Здесь есть печеньки? Да! О, славно! О, как кровать может быть такой мягкой? Няня! О, что на этот раз? Няня, я хочу есть! Няня! Хорошо, Ваше Величество. Ага, желе. Ваша еда, король. Прекрасно. Что это? Желе? А, это волшебное желе. Я не хочу потопа из желе. О, не будет никакого потопа из желе. Для этого всего лишь нужно сказать «волшебное желе, да побольше». Кому придет в голову кричать «волшебное желе, да побольше»? Ой! Потоп из желе! Кто-нибудь возьмите трубку, я ем печенье. Няня Плам, ты вообще-то главная. О, ладно. Алло, штаб спасателей, надеюсь, это что-то важное. Я, кажется, вызвал потоп из желе. Вы можете спасти нас, пожалуйста? Ладненько. Спас отряд, вперед. Запускайте все. Эльфа-ракета готова. Эльфа-самолет готов. Эльфа-вертолет готов. Ура! Как хорошо, что вы здесь, спас отряд. Потоп из желе – это работа не для спасателей. Это работа для няни Плам. Время волшебства. Спасибо, няня. Быть тобой целый день не так-то легко. Быть тобой тоже нелегко. О, я снова няня Плам. А я снова старый мудрый эльф. Славно! Все вернулось на свои места. Ура! Ура! Можно я превращу тебя в лягушку? Даже не вздумай превращать меня в лягушку. Новая палочка. Гастон обожает команду «Апорт». Ладно, я наколдую палку. Готова палочка? Абракадабра! С
Смотри, Гастон, принеси палку. Еще раз. Ой, дождик, мы же промокнем. Без проблем, превратись в зонтик. Ой-ой-ой, кажется, твоя палочка простудилась. О, нет! Бедная палочка! Это от того, что она промокла. Нужно вызвать лекаря палочек. Здравствуйте, это лекарь палочек? Да, волшебная палочка заболела. Спасибо, пока. Пока. Доктор сказал, что нужно уложить ее в постель. Он скоро приедет к нам. Ой, палочка! Лекарь палочек прибыл. Здравствуйте. Так это же мудрый старый эльф. Да будет вам известно, я не только мудрый старый эльф, но еще и высококвалифицированный лекарь палочек. Что ж, понятно. Не забывайте, что мы, эльфы, делаем палочки. Да, почему, кстати? Вы же не любите магию. Мы делаем палочки, но сами ими не пользуемся. От этого колдовства одни беды. Так, где наша больная? Здесь. О, как громко. Покажите-ка мне язык. Как я и думал, это простуда. Рекомендую постельный режим. Палочка должна больше спать. Окружите ее заботой. А палочке можно колдовать? О, нет, нет, нет. Никакого размахивания палочкой в ее состоянии. О, ну как же я буду без палочки? Хорошо, что ты спросила. Я как раз работал над новой палочкой. Может, хочешь взглянуть на нее? Ого! Это сверхсекретная разработка. Я назвал ее «Мудропалочка 3000». Даже мне ничего не говорил. Ух ты! Спасибо тебе, мудрый старый эльф! Она такая красивая! Ты мой лучший друг! Она говорящая! Люблю тебя! Невероятно! Поразительно! Это еще не все. У палочки есть одна функция, которая отличает ее от всех. Что это за функция? Скоро сами все узнаете. Могу сказать только, на свете нет и не будет палочки лучше. Не пойму, о чем это он? Он в своем репертуаре, я обычно даже дослушать не могу. Мне не терпится поколдовать с новой мудропалочкой 3000. Ну, дорогая, придется тебе подождать до завтра, потому что пора ложиться спать. Пока, Холли! Пока! Доброе утро, Холли. Ты мой лучший друг. А, новая палочка. И как она тебе? Она просто чудо. Люблю тебя. Доброе утро, принцесса Холли. Палочки уже лучше. Доктор был прав. Ей просто требовался хороший отдых. О, это здорово. Можешь сегодня вернуть новую палочку мудрому эльфу. Себе. Я даже еще не попробовала с ней поколдовать. О, а что делать со старой? Мне она больше не нужна. Положи ее со старыми игрушками. Ладно. Что ж, полежи-ка здесь. У Холли теперь новая палочка. Ты мой лучший друг. Привет, Холли! Привет, Бен! Да, она называется «Мудропалочка 3000». Люблю тебя. Ого, она говорящая. Да, инновационная и сверхсекретная. Ты мой лучший друг. Давайте поиграем. Да, а во что? Сыграем в принцессу, рыцаря и злую ведьму. Да, чур я принцесса, потому что я и есть принцесса. А я буду храбрым рыцарем. Ладно. Ого, настоящие доспехи. А я буду злым.
злой ведьмой. Ха-ха-ха-ха! Как будем играть? Храбрый рыцарь должен спасти принцессу из темницы. Какой темницы? Ха-ха, вот такой. Ух ты! И как же я тебя спасу оттуда? В сказке принцесса отращивает волосы длинные-предлинные, чтобы рыцарь забрался в башню. Точно! Ого! Забирайся наверх, в башню, Бен! Запросто! Эльфы лучше всех лазают по волосам, а я ведь эльф... Вот и я! Я пришел спасти тебя! Благодарю тебя, рыцарь! Теперь мы оба в ловушке! Ой! Мы запросто спустимся! Нет! Если я закрою окно решетками. Ой-ой, мы застряли. Ха-ха-ха. Флёр, обедать. Ой, мама зовет. Мне пора, пока. Ладно, пока, Флёр. Как же мы выберемся отсюда? Не волнуйся, у меня же есть мудропалочка 3000. Ты мой лучший друг. Ладно, давай уже выбираться. Люблю тебя. Ой, не получается. Люблю тебя. Она не колдует. А что было, когда ты использовала ее в прошлый раз? Ничего, я еще не успела с ней поколдовать. Люблю тебя. Бесполезно. Если бы только у меня была моя старая палочка. Ой, там Гастон. Гастон поможет нам. Да, Гастон, принеси мою палочку. Апорт, Гастон, апорт. Гастон, куда ты так спешишь? Эй, куда это ты понес палочку? Я думала, мудропалочка 3000 особенная. Она вообще ничего не может. Может, она сломана? Выглядит вполне целый. Люблю тебя. А что еще она говорит? Ничего, еще только... Ты мой лучший друг. Вот это! Тебе уже, наверное, надоело. Да, моя старая палочка не говорила, но зато... Ой, палочка! Моя старая палочка! Сюда, Гастон! Конечно, ты прав. С этой минуты я буду пользоваться только старой палочкой. А, принцесса Холли, и как тебе понравилась мудропалочка 3000? Она сломана. Разве? Люблю тебя. Вот видишь, она отлично работает. Но она совсем не колдует. Да. Это же и есть особая функция, о которой я вам говорил. Не колдует. Что? Волшебная палочка, которая не колдует? Точно. Понимаете, от колдовства одни беды. Поэтому я решил... Но палочка, которая не колдует, не волшебная. Это просто палка. Вы хотите сказать, что мудрая палочка 3000 совсем никуда не годится? Да! Я знаю, кому она понравится. Кому? Ко мне, Гастон! Принеси апорт! Ты мой лучший друг. Люблю тебя. Гастон обожает команду апорт. Люблю тебя. Ты мой лучший друг. А я люблю свою палочку. Ты мой лучший друг. Гусеница Бетти! Тебе, Гастон! Тебе, Бен! Тебе, Холли! А это тебе, Бобби Пчела!
А ты кто? Это гусеница. Привет. Бен, ты знаешь язык гусениц? Не совсем. Похоже, она говорит Бетти. Привет, Бетти. Мы играем с нашими друзьями Гастоном, божьей коровкой, и Бобби пчелой. А ты хочешь поиграть с нами? Похоже на согласие. Давайте поиграем в гонки. Победит тот, кто первым перебежит поляну. А летать можно? Никаких полетов и никакой магии. Хорошо. На старт! Внимание! Марш! Ого! Вы посмотрите на Бетти! Ого! Молодец, Бетти! А давайте Гастон покажет нам трюки. Хорошая идея, Бен. А мы пока что немного отдохнем. Смотри, гусеница Бетти грустит. Похоже, она себя неловко чувствует. Я ее развеселю. Хорошо, тогда давай, Бен. Ты не грусти, Бетти. Летать — это еще не все. Эльфы тоже не летают. А ведь я же эльф. Это не особо-то и помогло. Может, благодаря магии она полетит? Ты можешь такое? Я так думаю. Абракадабра, лети, Бетти, лети! Ого, сработало! О, я не думала, что такое случится. Мы должны ее спасти. Может, другое заклинание? Нет, у меня есть идея получше. Иху! Тихо, Бетти, спокойно. Оу! Так лучше. Здорово. Привет, Холли. Привет, папа. Что здесь вообще происходит? У Бена небольшие проблемы. Помогите! Я вижу. Стой! Все становится, когда скажу стоп. Что вы сделали с этим несчастным существом? Мы просто хотели помочь ей. Бетти расстроилась, потому что она не умеет летать. Понимаю. Не стоит волноваться. Скоро она сама сможет летать. Как? Ну, потому что она одна из этих насекомых. Гусеница? Да, спасибо, Бен. Да, это гусеница. И они меняются. Правда? Ну, конечно. Вам не стоит волноваться. Хорошо. Если хотите ей помочь, найдите много листьев. Она их ест. И если мы хотим, чтобы она летала, то надо накормить ее листьями? Конечно! Она должна скушать очень много листьев. Зачем? Увидите! Сначала насобирайте листьев. Сейчас узнаем, кто насобирает больше всего листьев. Хорошо, давай! Думаешь, мы скормили Бетти слишком много листьев? Да, и теперь она немного толстая.
так она не сможет взлететь. Так намного лучше. Она значительно поправилась. А, папа, а как это поможет Бетти летать? Увидите. Пора домой. А, это няня Плам. Мне пора. Бен, домой. Это мой папа. Увидимся завтра. До завтра, Бен. Спокойной ночи, Бетти. Сказал нам накормить Бетти, но теперь она такая большая, что точно не взлетит. Папа, наверное, ошибся. Холли, папа никогда не ошибается. Он король, а короли очень умные. Но как Бетти взлетит? Потерпи, увидишь. Спокойной ночи, Холли. Спокойной ночи, мама. Но как Бетти гусеница взлетит? Ну, просто она больше не будет гусеницей. Я не понимаю. Завтра поймешь. Спокойной ночи, Бен. Спокойной ночи, пап. Уже утро. Бен, Бен! Холли! Холли! О, а где Бетти? Я не знаю, но посмотри туда! Что это такое? Не знаю, но этого вчера здесь не было. Привет! Привет, привет, Валет! Привет, Стробери! Фу! Что это такое? Мы не знаем. Это кокон. Гусеницы их делают. То есть Бетти гусеница внутри? Да. Но когда она вылезет из кокона, она больше не будет гусеницей. А кем она будет? Возможно, жабой. Жабой? А может, птицей. Понятно. Бетти гусеница станет птицей и тогда сможет летать. А, кокон. Да, папа. Бетти гусеница внутри кокона. И когда она оттуда вылезет, то она сможет летать. Ведь она станет птицей. А, как правило, из гусениц птицы не получаются. Они становятся жабами? Нет, не жабами. Тогда кем же она станет? Привет, Бетти. О, она такая же. У нее есть крылья! Ого! Теперь она бабочка! Бетти бабочка! Смотрите, они все вместе летают! Она выглядит счастливой! Присоединимся к ним! Теперь все могут летать. А я не могу. Бен, я думал, что эльфы хорошо летают на божьих коровках. Точно! Эльфы ведь летают на божьих коровках. А я же эльф. Гастон! Спасибо, Гастон. Давай, полетели. Игу! Бабочка! Чайник королевы. Мой новый чайный сервиз доставили. Ooh.
Он такой красивый и такой блестящий. Он также очень хрупкий, Холли, то есть легко бьется. Можешь смотреть, но руками не трогай. Да, мама. Это и правда чудесный чайник. Смахнуть пыль с него, ваше величество. Нет, няня Плам, даже ты не должна его трогать. Да, ваше величество, чудно. Так, сегодня прекрасный день. Давайте все вместе прогуляемся. Можно мне остаться здесь и полюбоваться этим чайником? Хорошо, Холли, но не вздумай его трогать. Да, мама. Здравствуйте, няня. Здравствуй, Бен. А Холли выйдет сегодня гулять? Боюсь, принцесса Холли очень занята. Она смотрит на чайник. Возможно... Бен, я хочу тебе кое-что показать. Иду, Холли. Вот, мамин чайный сервиз. Правда, он замечательный. Да, наверное. Никому нельзя его трогать. Даже няне Плам нельзя. Это еще почему? Потому что он ужасно хрупкий. А тогда для чего он нужен? Ну, можно устроить праздничное чаепитие. Но мы же не должны его. Не бойся, глупенький. Чашка не горячая. Посмотри. А? Какой вы любите чай, мистер Эльф? Крепкий или не очень? Холли, какой ужас! Ты разбила королевский чайник! О, нет! Мама будет горько плакать. Его же нельзя было трогать. Ты что, забыла? Да. Как же нам теперь быть? Ты можешь починить его магией? Постараюсь. Абракадабра, абракадик... склейся, чайник. Ясно, это не помогло. Няня гораздо умнее. Давай попросим ее. Нет, ей нельзя рассказывать. Тогда что же нам делать? Бен, разве эльфы не умеют все чинить? Умеют. Но ты же эльф. Настоящий эльф. Значит, ты его починишь? Даже не знаю. Пожалуйста, Бен, ты мой самый лучший друг. У меня на тебя вся надежда. Хорошо, но все, что нужно для ремонта, у меня дома. Мы отнесем осколки в коробке. А что, если нас кто-нибудь увидит? Мы станем невидимками. Это я умею. Абаракади, блядимка, сделай нас невидимками. Эй, работает! Пошли! Здесь няня. Бен, помолчи. Я волнуюсь. Видишь, действие заклинания уже прошло. Что ж, не беда, мы почти пришли. Никто нас здесь не увидит. Привет, Бен. Привет, принцесса Холли. Здравствуйте, миссис Эльф. Что вы затеяли, Бен? Ничего, мам. Мы просто хотим починить кое-что. Да, эльфы умеют все чинить. А ты же эльф? Да, мам. Ну вот, здесь я храню все, что нужно для ремонта. Клей, краски, кисти. И блестки. Вот здорово. Сначала надо постелить коврик, чтобы мы случайно не испачкали клеем пол. Да. Мы наденем фартуки, чтобы одежда была чистой. Держи. Дальше что? Мы соединим осколки и склеим их. Вот так. Смотри. Раз, два, три. Все готово! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.
Раз, два, три. Все, починили. Ура! Он выглядел не так. Можно его раскрасить? Конечно. Вот так лучше. Там были цветочки еще. Я хорошо рисую цветы. Вот. Но я помню, раньше он был более блестящим. Тогда мы возьмем блестки. Обожаю блестки. Они такие блестящие. Готово. Ура! Как ты думаешь, мама заметит разницу? Возможно. А может быть, добавить еще немного блесток? Не думаю, Бен. Мы пытались починить, но вышло плохо. Думаю, придется попросить няню Плам нам помочь. Хорошо. Давай пойдем к няне Плам. Вон твоя няня. Давай, попроси у нее совета. Няня, прости. Можно мне задать тебе один вопрос о заклинаниях? Вопрос? Конечно. Няня, одна моя подруга кое-что разбила и хочет починить. Что ей сделать нужно? Я знаю эту твою подругу. Нет, она гоблин. Она живет далеко, и, думаю, ты с ней не знакома. Эта девочка разбила что-то особенное? Да. А девочка разбила это нарочно? Нет, я случайно. Я вовсе этого не хотела. Понимаю. Ты разбила. О, няня, я не хотела это разбивать. Не волнуйся, все не так плохо. Все очень плохо. Пустяки. Ты же не разбила королевский чайник? Или разбила? Королевский чайник. О. Знаю, мама будет горько плакать. Но мы его уже склеили. Что ж, тогда все в порядке. Правда, он выглядит не совсем так, как выглядел раньше. Няня, пожалуйста, почини его. Не бойся, я знаю, что нам нужно. Я знал, что няня произнесет волшебное заклинание. Я не буду ворожить. Ты что, хочешь купить новый чайник? Нет, все гораздо проще. Например? Мы сознаемся. Нет! Простите, Ваше Величество. В чем дело, няня Плам? К моему сожалению, произошел несчастный случай. Несчастный случай? Какой? Я очень сожалею, но ваш чайник разбился. Чайник, который я запретила всем трогать? Да. Но няня Плам... Я просила не смахивать с него пыль. Да, Ваше Величество. Мне хочется превратить тебя в жабу. Ты слишком строга, дорогая. Лучше уж превратите меня в улитку. Мама, нет. Прости, это я. Я разбила, и я боялась весь день. Теперь ты должна превратить меня в жабу вместо няни. О, нет, моя дорогая, не бойся. Это же обыкновенная посуда. Но, мама, ты хотела превратить няню в жабу. Я погорячилась. А? Прости, что я тебя огорчила, мама. О, Холли, меня огорчает лишь то, что ты боялась. Мы попытались его склеить. Он выглядит не так, как раньше, но детишки очень старались. О! Это же прекрасно. Ничуть не хуже, чем было раньше. Протереть его, Ваше Величество? Нет, чайник уникальный и очень хрупкий. Никому не трогать. Обещаете? Обещаю. Я буду беречь его вечно. Дейзи и Поппи. Сегодня мы будем есть на завтрак кашу. Ура! Каша! Ну, посмотрите, горшок совсем пустой. Да, Холли. Дейзи и Поппи сейчас будут упражняться в магии. Няня Плам обучила их заклинанию. Чудо!
У меня нехорошее предчувствие. На всякий случай, няня Плам, все пройдет как надо, правда? Да, ваше величество. Нам не нужен еще один потоп, как в прошлый раз. Тогда было желе, каша совсем другое дело. А Дейзи и Поппи упражнялись так долго. Маленький горшок наполнись. Раз, два, три. Молодцы, Дейзи и Поппи. Пусть готовят завтрак почаще. Очень вкусно. Еще, еще, еще. Дейзи, Поппи, хватит. Еще, еще, еще. Еще. Наводнение, спасай, няня. Маленький горшочек, стоп. Гадость. Я чуть не утонула в этой жуткой каше. И все благодаря моим глупым сестренкам. Не надо, Холли. Запомни, Дейзи и Поппи еще младенцы. И сейчас мы наведем здесь порядок. Я совсем забыла, что они знают слово «еще». Еще, еще, еще. У меня в детстве любимое слово было «бах». Плохое слово для маленькой феи, кстати. Бах! 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 Дайте палочки. Все, я пошла гулять. Друзья обещали прийти со мной поиграть. Ах да, Холли. Мы с мамой хотели, чтобы твои друзья поиграли с Дейзи и Поппи сегодня. Но папа... Чтобы близняшки научились вашим играм. Но мама! Привет, Холли! Здравствуй, Бен. Ты выйдешь погулять, Холли? Прости, Флёр. К сожалению, я не могу на поляну выйти. А это почему? Дейзи и Поппи со мной. Так что придется играть во дворе. Ай! Ой, какие они милые крошки. Они вовсе не милые. Чудо, чудо. Хочешь взять мою палочку? Правда она красивая? Нет, Флёр. Киска, кот. Мяу. О, я вижу, твои друзья привели котенка с собой. Мяу. Это Флёр. Она дала Дейзи волшебную палочку. Понятно. Убегай, киска. Верни нам Флёр. Ну, а кого из вас превратили в насекомое? Нет, мам, это Гастон, божья коровка. Он должен быть таким. Ах, да, конечно. Привет, Гастон. Так, дети, девочки, еще малышки, будьте с ними помягче. Хорошо, ваше величество. И близняшкам ни в коем случае нельзя уходить со двора. Да, мама. Удачи! Да уж, твои младшие сестры – это что-то. Я знаю, они опасные. Так что не давай им палочку, Флёр. Но они такие милые, эти крошки. Я уверена, они не хотели превращать меня в кошку. Мяу-мяу. Ну, во что мы будем играть? Придумал. Давайте играть в прятки. Прятки, прятки, прятки. У нас одна проблема. Близняшки совсем не умеют считать. Я помогу им считать. Я очень хорошо считаю. Давай. Так, закрывайте глазки. Быстро все прячьтесь! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я иду искать, кто не спрятался, я не виновата. Ой, а где близняшки? Дейзи, Поппи, так высоко летать небезопасно. Киска-кошка. Мяу. Ух ты, Флёр опять превратили в кошку. Убегай, киска, верни нам Флёр. А где же близняшки? Они вроде как улетели.
Они что ли сбежали? А еще у них моя волшебная палочка. Кто знает, что они теперь натворят. Не бойся, я их найду. И я, эльфы, превосходные сыщики. А мы настоящие эльфы. Итак, как вы будете искать их? Просто Гастон пойдет по следу. Гастон, найди Дейзи и Поппи. Боже мой, Дейзи и Поппи, вы так далеко от дома? Мы позвоним вашим маме и папе. Зайка, зайчик. Так, так, Дейзи, думаю, тут ты не права. Зайка, зайчик. Что здесь происходит? Зайка, зайчик. Еще. Что это за грохот? По-моему, он идет с той стороны. Ясно. Я думаю, мы нашли моих младших сестер. Скок! Ба! Смотрите, сколько зайцев! А на этом папина шляпа! Поппи, Дейзи, что это значит? Зайчики! Они превратили эльфов в зайчиков! Дейзи, это не смешно, даже глупо! Отдай палочку! Киска-коска, вот! Милые крошки, я знаю, вы не нарочно! Птичка-птичка! Птичка-птичка! Фу! Как ты думаешь, все? Да, к счастью, птице нечем взять палочку. О, Барнаби и Бен, где девочки? Котята – это Холли и Флёр, а птички – близняшки. Что? Просто Дейзи и Поппи немного позанимались волшебством. Понятно. А кто эти зайцы? Это эльфы. Ясно. Нам предстоит большая работа. Убегайте, киски, вернитесь, феи. Убегайте, зайки, вернитесь, эльфы. Улетайте, птички, вернитесь, дети. Холли, ты должна была присматривать за сестрами. Прости, няня, но они просто невыносимы. С ними нелегко справиться. Что ж, вроде никто не пострадал. Не пострадал? Нас превратили в зайцев. Я знаю, я в восторге. Но... Наши малышки настоящие волшебницы. Жаба! Я забираю палочки. Больше вам они сегодня не понадобятся. А как же няня Плам? Ее нельзя оставить жабой. Нельзя? Да, пожалуй, нельзя. Хорошо, Холли. Расколдуй ее обратно. Убегай, жаба, верни нам няню. Доброй ночи, малышки. Сладких снов. О, они уже крепко заснули. Да, у них был очень трудный день, Ваше Величество. Видимо, игры с большими ребятами очень их утомили, Холли. Да, мама, что-то вроде того. Интересно, какие милые сны им сейчас снятся? Тигр, аллигатор. Крокодильчик.